3 апреля в Санкт-Петербурге в метро произошел террористический акт, который унес жизни 14 человек. Десятки человек пострадали. Россия погрузилась в траур. 7 апреля к всероссийской акции «Питер, мы с тобой» присоединился и «Орел». У многофункционального центра к импровизированной стене памяти орловчане на протяжении дня несли цветы и свечи. Пришли мы сюда для того, чтобы выразить солидарность, выразить свою боль и скорбь, показать, что нам это горе далеко не чужое. Мы все переживаем это горе как свое собственное. Для меня не безразлична вот такая трагедия, и для меня город Питера очень много значит. Вот и я проявила солидарность и пришла почтить память и поддержать город. Многие пришедшие на митинг солидарны с петербуржцами. Горе должно объединять людей. Их боль – это наша общая боль. Вся Россия потрясена этой трагедией. И все сердцем разделяют глубокую скорбь жителям Петербурга. В Орле выразить слова поддержки пришло более 10 тысяч орловчан. Я хочу почтить память всех погибших, потому что у меня в Питере живут очень близкие друзья. И мне тяжело осознавать, что такое может происходить сегодня в нашей стране. Скорбим со всей России о погибших. Мы любим Россию, и никогда никто не сможет завоевать ее. Это такое горе для России. Мы все пришли, чтобы поддержать питерцев. Выразить скорбь людям, те, которые родственникам, те, которые погибли или у кого находятся в тяжелом состоянии. Почтить память, выразить соболезнования погибшим и сказать всему, всей Орловщине, всей стране, что мы едины в этом горе и что мы против терроризма и не допустим его появления на нашей земле больше. Наталья Чунина, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной».